Стали известны сроки начала капитального ремонта в театре «Свободное пространство». Руководитель предприятия «Орел-госзаказчик» Дмитрий Носков сегодня заявил, что строительные бригады приступят к работам после окончания театрального сезона 2014. В администрации региона сейчас рассматривают вопрос о размещении труппы в ДК «Железнодорожников». На капитальный ремонт только в этом году планируют потратить свыше 150 миллионов рублей. Общая же сумма затрат более 217 миллионов. Объект финансирует Минкультуры совместно с областным бюджетом. Сейчас проектно-сметная документация, подготовленная в минувшем году, проходит обязательную процедуру госэкспертизы в Саратове. Конкурс на выбор подрядчиков ориентировочно будет объявлен в марте. Дмитрий Носков заверил, что здание, являющееся памятником архитектуры, сохранит исторический облик, приобретя при этом современную начинку. Реконструкция планируется на 2 года, то есть 2014-2015 год. Там практически полностью будет заменено все сценическое оборудование, сети, ну и, соответственно, все будут произведены работы по поддержанию этого памятника в надлежащем состоянии. Напомним, театр «Свободное пространство» будет отремонтирован по программе празднования юбилея «Орла». В нее он был включен в конце минувшего года. Теперь в перечне 73 мероприятия. 4 года назад их было 69. Сумма расходов на строительство и реконструкцию объектов – 12,5 миллиардов рублей. Эта цифра сопоставима с половиной бюджета региона.